Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Банк России и Кировский Минобр заключили соглашение. Оно предусматривает повышение финансовой грамотности в регионе. Документ подписали замуправляющего отделения Киров Волговятского главного управления Банка России Андрей Обухов и исполняющий обязанности министра образования региона Михаил Исупов. Ведомство планирует совместно разрабатывать и реализовывать программы и проекты, направленные на повышение уровня финансовой грамотности в регионе. При этом мероприятия по внедрению грамотности затронут все уровни образовательного процесса, от дошкольного до дополнительного профессионального образования. Как отметил Обухов, финансовые продукты и услуги становятся все разнообразнее и сложнее, а финансовая грамотность потребителей остается по-прежнему на невысоком уровне. Задача сторон соглашения – изменить сложившуюся ситуацию и помочь подрастающему поколению овладеть навыками и знаниями использования финансовых инструментов, рассказать о рисках, существующих на финансовых рынках, привить ответственность за принятые решения. Программа «Экономика». Кировчанку осудили за регистрацию фирмы «Днодневок». Она предоставляла свой паспорт для регистрации на ее имя юридической фирмы. Как отмечают в областной прокуратуре, женщина осознавала, что от имени юрлица осуществлять предпринимательскую деятельность она не будет, а будет являться лишь номинальным руководителем фирмы. Суд признал директора виновной и назначил наказание в виде 120-тысячного штрафа. Это уже не первый подобный случай в Кировской области, хотя практика в этой сфере еще только нарабатывается. Ранее за аналогичное преступление молодой человек был привлечен к уголовной ответственности в виде обязательных работ. Экономика на 101 FM. КСП проверила бюджеты двух районов. Она изучила, как тратят деньги, поступающие из областной казны в Афанасьевском и Оричевском районе. Было выявлено более 50 нарушений на общую сумму 17,5 миллионов рублей. Большая часть нарушений пришлась на Афанасьевский район. Так, вместо капремонта школы в селе Гордино более 1 миллиона рублей потратили на надстройку второго этажа и покупку оборудования. А в прошлом году, получив деньги на строительство культурного центра, район работы начал, но приостановился и не возобновляет больше года. На подрядчика за невыполнение обязательств по контракту наложен штраф более 1,5 миллиона рублей. При этом компания находится в стадии банкротства. Есть риск не получить эти деньги, говорят в КСП. В Оричевском районе палата насчитала нарушений на 2,5 миллиона рублей. Экономика. В завершение валюты. Доллар на сегодня 58,43. Евро стоит 68 рублей 8 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.